Кто мало говорит, тот всегда спокоен, а бойцы в ринге не должны говорить вообще, только радовать зрителей невероятными событиями, и это не обязательно поединок. Приветствую вас, сладкоголосые чайки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на невероятные вещи, которые происходили в клетке и ринге. Для кого-то они будут шокирующими, для кого-то смешными, а кто-то назовет участников полными тупицами. Кто держит мед, тот и облизывает пальцы, а кто дерется в ринге, получает по яйцам. Но так бывает не всегда. А то, что вы увидите сейчас, вообще никогда. Но никогда не говори никогда, ибо оно может случиться прямо на глазах у сотни свидетелей. Двойной хруст орешков, от которого все белочки в соседнем лесу пришли в ужас. Трудно ничего не делать, но мы-то трудностей не боимся. А пацаны решили сделать то, что не делал никто. И вторым ударом отправили друг друга в нокаут. У студента всего два святых места – родной дом и женская общага. А у глупого бойца вообще ничего святого нет. Прямо как у этого тигра, который перед боем решил размяться, да так попрыгал на своих кривых клешнях, что сам себя травмировал. И корчился от боли, пока ринг-анонсеры и зрители сидели в шоке, не понимая, как это вообще было возможно и что им делать с билетами. Но если вы думаете, что такие отчаянные парни бродят одинокими самураями по местам силы, то зря. У них всегда есть последователи, как этот японец, который решил ярко отпраздновать победу и совершил кульбит на свой многострадальный хребет, после чего уже разогнуться не смог. И наверняка задумался, стоила ли эта победа таких мучений. Но есть парень, который переплюнул всех. Мужик от радости забыл, что он не гимнаст в цирке, а боец. И совершил невероятное сальто себе на пузо, а заодно и переломав пару ребер. После чего кубок в руки он уже взять не мог. Счастье – это не станция, на которую вы когда-то прибудете. Это манера путешествовать. А вот красотки-рингелши получать удовольствие точно умеют. Прямо как эта принцесса, которая с уверенным видом и грациозной походкой вышла в клетку объявить о втором раунде, несмотря на то, что один из бойцов лежал в глухом нокауте. А когда поняла, что она там лишняя, обиделась и пошла в кабак, где ее походку точно оценят. В жизни бывают разные неудачи, но самое обидное, когда сядешь вечерком с тренером, накатишь по 150 коньячка, придумаешь гениальную стратегию на бой, а тупоголовый соперник все испортит первым ударом и отправит к праотцам узнать, что пошло не так. Если хочется денег, но не хочется работать, нужно покупать лотерейный билет. А если хочется побеждать, но не хочется тренироваться, нужно танцевать. И неважно где, в ринге перед соперником или в подворотне перед гопником. Шансы на победу в этом случае такие же, как и с лотерейным билетом. Кто не держит кошку, тот кормит мышей. А кто недооценивает единоборство, получает лещей. Вы наверняка думаете, что сумо – это просто возня двух мегапельменей в каком-то кругу, в которой побеждает тот, кто больше. Очень зря. Сумо – это полноконтактное единоборство, где нокауты – довольно частое явление. Особенно, когда там выступают бывшие боксеры, которые не смогли устоять перед тортами, беляшами и Макдональдсом. Мужики раздают такие лещи, от которых 150-килограммовые туши падают как быки на скотобойне.
Вот кого нужно выставлять на битвы пощечин. Эти самураи прекрасных талий – настоящие бойцы, которые могут раздавить, забить или швырнуть кого угодно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой момент вы заценили больше всего. Или у вас бывало и покруче. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Нога рудетная, раз-два, переваливайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так.